Успеть до 30. Это оригинальный проект телеканала «Ключ» о наших с вами мечтах. Привет, меня зовут Даша Блохина, мне 29 лет, и я собираюсь исполнить свои самые безумные мечты, возможно, о которых вы тоже мечтали. Выйти на арену цирка. Какой ты хороший. Или стать моделью. Выступить со стендапом. Из жалости хотя бы ей похлопайте. Или поучаствовать в автогонках. В каждом выпуске Даша исполняет самые смелые и неожиданные желания в преддверии своего 30-летия. О чем-то Даша мечтала сама, но не решалась. Что-то подсказали близкие. Теперь все мечты здесь и ждут своего часа. Главное – не отступать и успеть до 30. Потому что что откладывать? Времени и так много прошло. Я и так упустила много моментов, чтобы исполнить свои мечты. Так что погнали. Самое страшное, потому что я, как рыбка Дори, обладаю такой памятью, что я не помню, что я хотела. И поэтому для меня это все большой сюрприз. Стать моделью на модном показе. Наконец-то все увидят, что за горячая девчонка живет на третьем кольце Москвы. Я сама этого жду, если честно. Еще когда-то давно, когда мне было лет 16, мне постоянно говорили, а вы модель? Подумала, почему ей не попробовать, не ощутить труд на себе моделей? Я не знаю, что меня ждет, но вообще на какой кастинг я пришла. Ну, какой ты пришла для того, чтобы почувствовать себя настоящей моделью. Привет, девочки. Привет. Привет. Девочки, кстати, сначала были такие холодные, потом раскрепостились. Mm. Тоже на кастинг? Mm-hmm. Да. Первый раз? Ну да. Почему все на каблуках? Потому что это модельный кастинг. Да. Это логично, кажется, нет? А, да? Вы уже были вообще на кастинг? И что происходит? Именно на модельных? Ну. Ну, какое-то дефиле, делают снэпы, какие-то модели. Снэпы это что? Это когда ты в белье фоткаешься, тесты модели. Чтобы посмотреть на твою фигуру, а ты пришла. Почему моделинг? Я люблю камеру. Не знаю, как вы. Мне нравится красивое все. Модели красивые. Своей необычностью. Они же все разные. Не только по золотому сечению девушки, а такие все красивые, нестандартные. Просто хочется быть частью этого мира на какое-то мгновение. А вы знаете вообще, кто нас будет смотреть? Кто эти люди? Нет. Понятия. Сейчас узнаем. Так, Дарья, пожалуйста, проходите. Две тетеньки советского вида. Расскажите опыт работы модели. У вас есть? Если есть, насколько он большой? Сравнительно небольшой. Вручала пару раз дизайнеру знакомых. У меня подруга дизайнер, и ей нужна была помощь. И она такая, о, Даша, ты же типа симпатичная, можешь помочь? Я такая, ну давай. И у нас была съемка, где мне надо было 30 платьев конвейером менять, фотографировать. А вот мы хотим спросить, вообще вы моделью как себя представляете? Вы только можете показывать одежду или все-таки фото модели? Насколько вы можете сниматься в откровенных сценах? Не могу сниматься. Ну, допустим, будет такая ситуация, известный журнал, например, Playboy, попросят вас сделать фотографии в нем. Так. Обнаженный, вы готовы его? Нет, ни за какие деньги. Нет, есть принципиальная позиция, нет. Что поделаешь, почему тебя все хотят раздеть на протяжении всей моей карьеры? В актерке предлагали определенные роли проститутки. Я такая, не, спасибо, сами играйте. А какой у вас рост? 1,71 м, обхват талии 63, грудь 89, бедра 94. Меня калибровали. Ну, в общем-то... Скажите, а у вас вот наработки есть? Мне было неловко от того, что мне надо было пройтись, что мне надо было отвечать на вопросы достаточно странные. Меня смущает такой вопрос. А вас-то не смущает ваш возраст для начала карьеры модели? Нет. Я хотела спросить, а вас не смущает ваш? Что за бред? Мы свяжемся с вами, когда примем решение. Покорнейший, благодарю.
Дело в том, что это вообще самый первый попавшийся кастинг, который мне предложили. Поэтому мы сюда, собственно говоря, пришли. Вот именно поэтому это сложилось таким образом. Это все разводняк. Надо быть очень внимательной, сомневаться. И лучше довериться грамотному агенту, который будет делать за тебя эту работу. Чтобы начать свой путь, мне надо было найти человека, который в этом разбирается. И я нашла модного эксперта, фэшн, Василия Усанова. Попросила его взять меня под свое крыло, чтобы он меня привел к мечте моделинга. Он назначил мне встречу в очень необычном месте. Мне даже страшно туда идти. Он вообще здесь есть? Василий? Ладно. Это было заброшенное здание, какое-то все побитое. Боже, мы надеюсь, мы правильно приехали. Я, если честно, думала, что это шутка какая-то. Но когда поднялась на второй этаж, я увидела там Васю. Дарья, здравствуй. Здравствуй, Василий. Да. Очень приятно. Я Вася, очень приятно. Встретил меня наилучшим образом, с широченной улыбкой. Я работаю в фэшн-сфере уже 9 лет, фэшн-продюсером. Мы делаем лучшие показы в Москве. Все именитые бренды доверяют нашей команде. Поэтому, собственно, ты обратился к тому, кому нужно. И, возможно, я смогу исполнить твою мечту, походить на настоящем фэшн-показе, на подиуме. Но для этого нужно пройти несколько проверок. И одна из них сегодня – это прекрасная. Красное дефиле здесь. Вася, почему здесь? Модель, она у нас ходит, да, везде. Она может ходить по подиуму. Недавно был показ Дольче, где пошел град огромный, и бедные девочки-модели должны были ходить по подиуму, когда гости, в том числе Джей Ло, бежала к выходу и закрывалась подушка, они все равно продолжали ходить, потому что это их работа. Поэтому, собственно, мы начинаем немножко с экстремального места, чтобы ты поняла, что это не просто развлечение, а это суперпрофессиональная, серьезная работа. Сразу осмотрел. Сделал мне замечание, что я пришла не в обтягивающей одежде, непонятные мои параметры. Я, конечно, в оверсайзе, но я постройнее, чем я выгляжу на первый взгляд. Первая ошибка сразу на кастинг, а ты знала, куда ты едешь. Так. Что ты, в принципе, увидишь с человеком из индустрии, нельзя приходить в оверсайзе. Нельзя? Ты должна быть в чем-то обтягивающем, в какой-то майке, да. Окей, в следующий раз буду в обтягивающем. Так, одеваем туфли? Да. И покажешь, что ты можешь. Дальше началась полоса препятствий. Василий положил шины, доски, какие-то керамические плиты. Погнали. Ой, ничего страшного. Обратно. Твои любимые шины. Угу, класс. Еще раз. Еще раз? Да, давай. Чуть-чуть побыстрее. И не забываем, что ты расслаблена. Я боялась, что я упаду и ударюсь лицом о бетонную плиту. Тогда уж точно никакого модельной карьеры. И актерской, и вообще никакой. Раз. Ой, нормально. Это было неожиданно, потому что мне казалось, что я уже точно просчитала точку, на которую я встану, чтобы не упасть, а тут я споткнулась. Так бывает, тем более тут шины. Ну, то есть это и есть как раз профессионализм, что ты продолжила. На самом деле это очень сложно. То есть можно упасть, поцарапаться, разбить лицо или того хуже, выбить зубы там себе, например. Все что угодно может здесь произойти. Работа модели – это не только фэшн. Девушки снимаются плюс 50, минус 30, отмораживают себе конечности, снимаются всякими ползучими животными, с насекомыми. Это же ужас. Ты молодец, ты прямо хорошо слушаешь, собралась, идешь, упала, ничего страшного, продолжила, не истерила. Лицо у тебя тоже достаточно model face, поэтому встречаемся на следующем испытании. Я тебя еще немножко помурыжу и будем смотреть. Ок? Хорошо, Вась, спасибо. Следующим этапом стала улица. А где подиум здесь? Подиум везде. Вся улица – это подиум. Одевай свои кэблы и шуруй. Что? Лучше кроссовок и ботинок нет ничего. О май год. Господи. Мне кажется, дьявол придумал каблуки. Хожу на каблуках только на мероприятия. Но мне позвоночник жалко. Постоянно пресс. Просто идем.
Руками не двигаем. Вот так их зафиксирую и чуть-чуть плечи назад. Угу. Если стерла к чертям все ноги. У меня были мозоли, которые лопнули. И я чувствовала, как вот эта вот подошва натирала мне до мяса просто. И вот так вот я шла, и она так технично вытачивала мне до кости. Все, в принципе, неплохо. Мы потренировались. Сейчас поедем на следующую локацию, где будет более оживленный трафик. Я такая, пожалуйста, пойдемте, походим. Даш, как я говорил, модели ходят в разных местах, в разных обстоятельствах, поэтому я привез тебя в переход метро, где ты должна будешь пройти так же с невозмутимым лицом по ровной траектории стараться. Ты должна будешь дойти до конца, там развернуться, вообще не обращать ни на кого внимания и вернуться обратно. То есть, если со мной заговорят, я не должна коммуницировать? Вообще, ты не коммуницируешь, ты мертвый идешь, просто ни на кого не обращаешь внимания, идешь. Бич фейс полный. Не обращать вообще ни на кого внимания. Лавировать по-модельному. Да, да. Окей. Ну ладно. Погнали? Да. Это прикольный навык для тех, кто стесняется. Это надо обязательно пробовать всем. Это здорово. Раскрепощает, правда. Я абстрагировалась. Мне казалось, что это не на меня смотрят. Поэтому я просто шла. Я даже ничего не чувствовала. Хотя раньше бы я очень сильно переживала, что на меня смотрят люди, как-то оценивают. Но сейчас мне это не важно вообще. Разворот. Уже можно улыбаться? Да. Ну что, как ощущения? Немножко странно. Странно? Люди останавливались вот так вот, вот так 30 раз оборачивались. Типа, всем почему-то всегда интересно. Вот. Ну, конечно, нет, ну понятно, что это будет интересно, поэтому, собственно, мы сюда и приехали, чтобы проверить. И у меня уже натерлась, мне кажется, даже до крови нога. Но я не изменила своего лица. Молодец, это супер. Умею делать покерфейс, когда мне плохо, но мне надо быть как бы безучастной. Следующим этапом, значит, у нас будет фотосъемка. Попробуем тебя в качестве модели, да, именно для фотосессии, для позирования. На следующее задание я приехала в еще более странное место. Вася, привет! Привет! Как тебе местечко, где мы встретились? Пока вызывает много вопросов. Запах там был. И очень много мух. Это Руслан Егиан, стилист из моей команды. Он подготовил луки на сегодняшнее задание. Стилист предоставил очень прикольный комплект одежды. Вообще, Руслан, это ты ее приодел. Прекрасно. Мне нравятся такие штучки, то есть трюши, очень красивый пиджак. Это прекрасный российский бренд «Мои друзья Демуа», которые делают вручную это жакеты из жаккарда с разными цветовыми гаммами, вдохновленные французской стилистикой. Мне кажется, в таком луке я должна была прискакать на коне сюда. На да. Белом? На белом. Ты практически угадала. Что вы задумали, ребята? Образ, на самом деле, сложился от места, где мы проводим съемку. Так. И мы решили действовать максимально на контрасте. Сегодня ты владелец этой фермы. Угу. А поместье в каком-нибудь, например, 18 веке, допустим, насколько тебе он откликается, да? Допустим. Допустим. Посмотри, как я гордею сейчас. Да, да, ты прям подвыпрямилась, молодец. Очень хорошо, значит, я попал в точку. Манеры-то у меня дворянские. Вау, все, ну теперь, мне кажется, нужно... Мы поехали. Мне так идет, я выглядела как дворянка, я себя чувствовала абсолютно в своем образе. Я думала, сейчас меня на коня посадят там, в конце концов. Работа модели – это не красивая картинка, это не только ходить по подиуму в лучших нарядах, но это еще и профессионализм. Поэтому сегодня у тебя будет съемка в Коровнике, в Подмосковье. Набираем больше воздуха и отправляемся знакомиться. Поджали. Какашки. Господи! Это было как в очень страшном кино. Просто все облеплено мухами. Даш, ну это твои сегодняшние коллеги, тоже модели. Хочу тебе представить Машу. Это фотограф, профи. Она сегодня Маша, будет привет, тебя Даша. Снимать. Маша, очень приятно. Очень приятно. Держи strong face, как будто ты королева мира, несмотря на все происходящее снаружи.
когда я увидела мух и лепешки коровьи, конечно, у меня это вызвало легкое подергивание брови. Они пытаются меня съесть. Да, постарайся обращать внимание на то, чтобы тебя не заживала корова. Все хорошее, да, да. Получилось? Да. Прямо почувствовала, какой шершавый у коров язык, потому что она мне облизала руку. Вы видите, что они дрыгаются, и у них есть рога. Они дружелюбно настроены. Супер, супер, да, да. Да, отлично, давай, дальше на меня. Не бойся, не бойся, на меня. Там рога рядом, в смысле не бойся, вот в почку как вонзится мне это, и что мне потом делать? Какой моделинг вообще? Да, чуть-чуть отойди, отойди чуть-чуть, она там ест тебя. Она реально сживала жакет. Даже, даже, отходи, 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 отходи. Не обязательно так активно взаимодействовать с ними. Но я же пыталась с ними подружиться, чтобы они меня не легнули и не боднули. Одна еще из самых важных задач моделей – сохранить одежду. Окей. Потому что вся одежда, как правило, которых снимаются модели, это дизайнерская. Поэтому это всегда идет после химчистка. Я пыталась спасти этот манжет, чтобы его не съели коровы. Давай близкий кадр, постараемся взять ее лицо, вот этот воротник и саму корову. То есть нам важна тут даже не одежда, а воротник и ее лицо. И аксессуары. Тогда надо подойти поближе. Даша, смотри в камеру, да, прям. Понимаю, что ты смотришь на корову, но нужно в камеру. Как тебе съемочка наша? Сначала я была в шоке, честно говоря, господа. Вы застали меня врасплох, джентльмены. Но я справилась, мне кажется, с заданием. Очень уверена, молодец. Ну, если не считать, что меня пыталась съесть корова, два раза пыталась боднуть корову, и нас сожрали мухи, в принципе, ничего сложного нет. Можно совсем справиться. Очень хорошо, на самом деле, у тебя получалось, но ты слишком увлеклась. То есть ты восприняла это событие как некий контактный зоопарк. Могло бы быть больше материала. Еще я бы хотел добавить, чтобы ты почаще меняла позу. Фотограф за тобой успеет, а тебе нужно показать тебя разной. Угу. Потому что ты застыла, да, отвлекаешься на корову, еще что-то, на кукурузу, а нужно почаще менять, чтобы точно получился классный кадр, который потом могли использовать, собственно, и бренды, и журналы. У тебя неплохо получилось для первого раза. Да, я стараюсь. Возможно, я в прошлой жизни была дворянкой, действительно. Даже жабо. Даже жабо мне очень идет. Мы приехали на новую локацию, и там были просто фотостудии. Я такая, ну, наконец-то, меня будут просто фотографировать. Смотри, какая у нас красотка. Очень было все красиво, изысканно. На меня надели перья. Я думаю, ну, круто, мне надо, видимо, показать, как я могу менять позы, менять лицо. Вот эту штучку да, нужно заменить. Меняем. Очень хорошо. 100%. Давай. Давай. Давай поменяем. А, то есть это был не аксессуар? А, нет. Вот это другое дело. Она шипит, она шипит, о господи, боже мой. Надевает мне на шею питона. Кстати, ее зовут Пирожок. 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 Да потому что он съедает начинку для своего обеда, или почему? Почему его назвали Пирожок? Он капец тяжелый, ребята. Можем, в принципе, начинать. Пирожок залез не туда. Ребят, Пирожок полез вниз. Это было очень эротично, на самом деле, потому что он обвился вокруг моей ноги, залез под платье и начал так постепенно его поднимать своим хвостом. Это очень красиво, смотрите. Вы мне говорили, что надо менять позы. Как менять позы, когда меня отдала змея? Он сдавливает меня потихоньку. Сдавливает? А еще меня напрягает, что он на меня смотрит. Я не боюсь змей, но когда тебя чуть начинает сдавливать, и его голова зафиксировалась вот здесь, рядом с моим лицом, мало ли что там у этого красноглазого змея в голове. Может, он сидит и высчитывает, что у меня достаточно аппетитный нос, чтобы его съесть. И вот этот глаз, вот этот, я видела боковым зрением, этот язычок. Замри. Угу. Он очень так медленно приближался к моему лицу. Да, красиво. Он меня обвивает шею. Он меня немножко душит, ребят. И в один момент я почувствовала, что он действительно мне сдавливает шею. Выдыхай. Ну, то есть вот так вот очень медленно, медленно, медленно начинал сдавливать мне шею. И я такая, а как вы думаете, питон пытается меня задушить или нет? Ну, он меня, правда,
немножко душит. Он тебя не душит. Когда змеи кого-то душат, это совсем по-другому. Не, я в смысле дышать не могу. Как бы. Ты можешь его, если что, сама поправить. А. Боже мой, ради бога, только не упади. Я все время боялась, что он свалится. Сейчас он свалится и как разозлится на меня, как набросится на меня. И я всячески пыталась его удержать. Коровы, мухи, змеи. Что дальше вы хотите предложить мне? Чтобы я исполнила свою мечту. Сегодня, как ты понимаешь, это будет вода. Я поняла. Когда я видела бассейн, я подумала, ну, я как рыбка в воде, в принципе, открываю глазки даже в море. Ты смелая девчонка, это очень круто. И коровы, и удав, и вода. Ты, конечно же, всегда везде красотка, но выражение лица было похожим. Лицо было точно такое же. Это не очень хорошо, это прям плохо, потому что тебя не будут брать, если ты на всех композитках и вообще везде будешь с одним лицом. Поэтому давай в этот раз обязательно попробуем сделать что-то новое, но я уверен, что лицо изменится из-за условий съемки. И позы. Позы. Важная тема тоже. Да, позы были такие же почти что. Если бы не удав, мне кажется, вообще ничего не поменялось. Поэтому в воде давай-ка попробуем показать что-то новое. Поплыли. Приступай. Главные позы. Никогда нельзя стоять прямо перед камерой, если этого не требует стилистика съемки. Ты должен стоять три четверти, полубоком. Ты должен взаимодействовать с одеждой. То есть, если это жакет, ты можешь его расстегнуть, повернуть, застегнуть, засунуть руку в карман. И обязательно всегда, когда мы подносим к лицу руку или кладем вот так руку, мы не прижимаем на максимум, да, наша башка там весит 100 килограмм, а мы аккуратно, то есть все равно держим голову с шеей. И, конечно, улыбайтесь глазами, как говорила Тайра Бэнкс. В воде, в принципе, сложно. Во-первых, там хлор, он разъедает глаза. То есть у меня прям все было в тумане. Неприятное ощущение. Что не сделаешь ради искусства. Я там опускалась на дно, пускала пузырьки, открывала глаза, застывала, подплывала к этому, ловила этот свет. Класс. Она медитирует. Очень красиво. Насколько она задерживает дыхание. Да, супер. Очень классно. Еще парочку сможем или? Да, конечно, сможем. Нормально? Ты так воздух берешь. Я вообще, мне кажется, я бы через секунду вынырнул. Не зря я тренер по голосу. Тренирую диафрагму. Платье наверх, чтобы оно всплывало, чтобы было красиво, изгиб запуталось в этом платье. Супер. Медуза. Класс, волосы. Очень красиво. И, наконец, новое лицо. Ты заметил? Да. Старается. Да. Руки, не забыла про руки. Вообще супер. Да, очень супер. Красиво. Супер, отдохни. Ох, меня так даже мама с бабушкой никогда не хвалили. Каждый раз, когда я выныривала, так из воды я слышала: потрясающе, ты богиня. Я такая... Каждый вздох у меня был ознаменован тем, что говорили, какая я молодец. Смотрите и учитесь, ребятки. Я почувствовала свободу. Работа модели – это не обязательно, что ты должна быть 100% именно красивой, но, видимо, раскрепощенной и разной. Прогресс произошел во мне, как в модели, я думаю. Спускайся. Наша пошлепала. Русалочка. По окончанию съемок в бассейне, когда я оттуда вылезла, конечно, это было очень неприятно. Было очень холодно, с меня текло. И я такая думаю, боже, это все ради того, ради великого искусства. Это реальность. Реальность фэшена, обратная сторона, она всегда такая. Пакеты, какие-то там
их хлюпающие резиновые шлепки. Все это лайф. Да. Ну, значит, там? Что хочется? Во-первых, это было супер красиво. Мы наконец-то увидели новое лицо, новые позы с закрытыми глазами, с открытыми глазами по-разному. И ты реально молодец, ты так долго задерживаешь дыхание. Я реально не понимаю, как ты это делаешь, но это супер классно. И тут сыграло тебе это на руку. А что хочу сказать? Когда мы начинали с тобой нашу первую съемку в коровнике, я увидел человека, который знает свою сторону, знает, как ему стоять и как работать. По прошествию наших съемок ты наконец-таки открылась, стала свободнее и показывала и себя, и вещь, да, в этом случае платье. И ты наконец-то, ну, стала такой полумоделью, нам есть куда расти. Но я сразу хочу сказать, что я возьму тебя в показ. Ура! Давай пять, спасибо тебе. Спасибо. Обнимашки? Я могу. Давай, ты на пофиг. Обязательно. Есть парочку, да даже пять модельных агентств, которые точно ее возьмет. У нее очень коммерческое лицо, она может, ну, как бы продавать. Возможно, по подиуму это ходить не ее, нужно посмотреть. Но на съемках она 100% может работать. Даже на российские бренды и на мировые. У нее очень хорошее лицо для Dolce, например. Я приехала в Питер. Вася оценил мои старания и попросила свою подругу-дизайнера взять меня на модный показ. Здравствуйте, Дарья. Стелла? Очень приятно, да. Здравствуйте. Очень приятно. Я познакомилась с дизайнершей, очаровательная девушка Стелла. О, вы такая яркая. Да. Меня поразили ее волосы, такая она необычная вся. Что меня сегодня ждет за этой дверью? Там проходит дизайнерский маркет и будут грандиозные показы, в том числе и мой. Давно этим занимаетесь? Если да, много лет. 16 лет творю. То, что на вас тоже ваше. Да, это мое. Я вдохновляюсь людьми, природой, цветочными принтами. И она сказала, что я буду представлять ее коллекцию сегодня. Мы пошли исполнять мечту. Go! Я приготовилась увидеть то, что мне приготовили из одежды. Ну что, вот он шедевр, готово? Господи, сколько слоев? Да, 15. Учитывая, что это было очень экстравагантно для меня, я такая думаю, блин, а может мне не пойдет? Может, я буду смотреться смешно? Та-дам! Вот и я. Ну что, вы... Да, я в восторге. Вы не прогадали? Нет. Подъемник это что-то. Лучше и быть не могло. Да? Спасибо. Я готова. Там было много моделей, все очень серьезные, все красились, все готовили свои лица к тому, чтобы выйти. Для всех это был важный день. Сейчас я первый раз выйду на подиум. Я всегда выходила на сцену, но на подиуме никогда не было. Я сама от себя не знаю, чего ожидать. Мы рады приветствовать вас на втором фэшн-маркете «Модная волна» в городе Санкт-Петербург. Пожалуйста, весь свой артистизм выходим и проявляем. И я стою, мне говорят, девочка, одуванчик идет первый. Я такая, в смысле? Куда я иду? А мне говорят, да вот так делаешь крюк, потом уходишь туда. Я говорю, подождите, я ничего не понимаю. А минута остается до выхода. Прямо сейчас открывает фэшн-показ нашего сегодняшнего дня дизайнер Стелла Качегина, которая приглашает вас в свой яркий, эклектичный и контрастный мир. Я желаю удачи. Соотношение стиля. И я выхожу такая, все, иду там. Встала в позу, развернулась, пошла. Я радостная шла. Получила эйфорическую вот эту вот экстаз, потому что я сделала все правильно. Моя отличница в душе просто «Ура, Даша, спасибо!» Вот, и я получила внимание. Ну, вот такой опыт у меня в проходке по подиуму. Причем они все были такие высокие, я такая маленькая. Это было смешно. Атмосфера была очень дружелюбная достаточно и шебутная. Прекрасная атмосфера творческой энергии. Ура! Спасибо! Мне удалось за этот эпизод побыть не только моделью, которая ходит по подиуму, но и фотомоделью. Испытать на себе все трудности этого бизнеса. Побывать на кастинге, познакомиться с питоном, с коровами, с водой.
с мухами и со своим телом. Так что я исполнила свои мечты.